Всем привет! Сегодня мы продолжаем историю отцов граффити. Сегодня мы хотим рассказать о пути не менее креативного и культового художника, близкого друга по граффити Дайма, человека, чьи работы уносят нас от реальности к другим берегам форм и смыслов. Абстракции, выраженные в невероятно красивых и необычных формах Матиаса Келлера, известного в граффити-мире под тегом Lumet. Матиас Келлер родился в 1968 году в городе Целле на севере Германии. Впервые попробовал граффити на вкус в 83-м, когда старшая сестра его приятеля, съездив в Нью-Йорк, привезла оттуда много рэпа и рассказала о разрисованных кварталах и метро. Тогда, в 14 лет, собрав всю свою краску, он решился на судьбоносный шаг. В ноябре 83-го по немецкому телевидению показали культовый американский фильм о хип-хопе «Wild Style», где его герои Ли, Зефир и Донди стали для юного Матиаса настоящими образцами для подражания. До того, как Матиас придумал псевдоним Lumet, одним из его тегов был «Той», который, по его словам, полностью отражал уровень его мастерства в то время. А тег Lumet появился после того, как Матиас посмотрел черно-белый фильм 62 года с Мерлин Монро под названием «Ниагара», одного из главных героев которого звали мистер Лумис. А буква «Т» появилась потому, что у Матиаса просто не получалось красиво нарисовать «С», и он решил заменить ее на следующую за ней букву алфавита. Так начался путь Lumet'а ко всемирному признанию. Позже, в 92-м году, состоялось знакомство с Даймом, вторично посетившим Мюнхен, где на то время проживал Lumet. Эта встреча впоследствии привела к возникновению дружбы между двумя небезызвестными райтерами. По словам самого Lumet'а, Дайм очень профессионален и полон фантазии, что является хорошей базой для их совместных работ. К тому же атмосфера и дух кооперации очень сильны, а проявление эгоизма в их сотрудничестве достаточно редкое явление. Поэтому всегда приятно и интересно вместе бомбить стены или же просто хорошо проводить время, признавался сам художник. Lumet, как и все, хотел славы и признания. Его желания ничем не отличались от желаний большинства начинающих райтеров. Но то, что действительно его выделило и вознесло над множеством ребят, так и не ставших известными, это его стиль. 3D-стиль, немного схожий с даймовским, что и неудивительно, ведь они часто рисовали вместе. Но в то же время своеобразный и безошибочно узнаваемый, который, по словам самого автора, есть не что иное, как каллиграфия в пространстве. И, конечно же, огромную роль сыграли его упорство, дисциплина и амбиции. Сейчас его работы можно встретить в самых различных городах мира, на поездах и стенах домов. Не менее интересны и популярны его легальные работы, вывешенные в галереях и некоторых музеях. Lumet начал подрабатывать еще в детстве, и в старших классах школы уже мог сам себя обеспечивать. Окончив школу, Матиас не стал получать высшее образование. Он решил, что будет путешествовать и зарабатывать на жизнь рисованием. «С тех пор, как в 83-м году мне в руки попал баллон с аэрозольной краской, случилось много всего интересного. Я занялся граффити в 14 лет, и сначала это было просто развлечением, а потом превратилось в настоящую одержимость рисованием». В 1994 году райтер Пир, родоначальник FX Crew, решил создать сильную группу райтеров. В 1995 и 1996 Хэш и Дайм впервые разграффитили несколько стен с Пиром и райтером Кэс, а через год их примеру последовал и Lumet. Сам процесс их общей работы был правильно организован. Пир находил стены, материалы и все остальное, в то время как европейцы готовили художественную часть – темы, цвета и бэкграунды. Первой платной работой Lumet'а был Микки Маус, деньги от которого пошли на оплату услуг адвоката, который спас его от судебного иска. Именно тогда, после своей мыши, Lumet задался целью создать свой собственный стиль, который отличался бы опрятностью и был бы популярен.
Его работы легко узнать по масштабам и размытости. Нет четкого разграничения цветов, переходы плавные и ненавязчивые. Иногда могут отсутствовать некоторые, на первый взгляд, нужные детали или линии. Но если присмотреться, то картина правильная и понятна. Цвета в работах Lumita всегда свежие и интенсивные, но более темные и смешанные по сравнению с часто используемыми большинством райтеров. Для меня большие рисунки на стенах – это лучший способ совместить стиль и шрифт, и все, что меня окружает. Именно благодаря рисованию я побывал во многих странах мира. Его объекты в работах имеют характер привидения. Как будто наблюдателю настойчиво предлагается прикоснуться к другому миру. Но при этом персонажами и объектами его работ всегда являются образы, окружающие человека в повседневной жизни. Lumita любит рисовать большое, так сказать, монументальное граффити. И подтверждением этому является участие вместе с Даймом и райтером Дарко в оформлении стены размером 360 квадратных метров к чемпионату мира во Франции. А несколько ранее Lumita, Дайм и Дарко и еще несколько райтеров принимали участие в переоформлении целого мюнхенского аэропорта. Мне всегда нравилось рисовать на больших поверхностях. Заполнять все пространство одними буквами не всегда было интересно. Поэтому я стал добавлять иллюстративные элементы, и это способствовало моему развитию, пониманию игры света и тени в рисунке. Lumita представляет такие команды, как Fabulous Bombing & Ability, сокращенно FBI, французско-немецкий клуб старейшин. FX Crew – команда райтера Пира для огромных работ в Бронксе и в основном в Нью-Йорке. United Artists – легендарная команда Сина с шестой линии метро. Abstract Elism – новое поколение райтеров в лучших традициях Берлина. Несмотря на то, что чаще всего Lumita пишет свой псевдоним, мастерство в построении композиции и в работе с цветом и формой делают его работы очень разнообразными и интересными для зрителя. Его можно смело назвать граффити-художником, а не просто райтером. Маттиас Келлер – один из самых знаменитых немецких граффити-художников. Его стиль до сих пор остается непревзойденным образцом оригинальности и мастерства. Перечислять все заслуги этого райтера не хватит и часового выпуска. Это по-настоящему культовый парень, который в свое время просто переворачивал игру с ног на голову. Вместе с Даймом они творили настоящую революцию в стилистике граффити и поражали всех своей креативностью и находчивостью. Это сейчас куча стилей и направлений, а в те времена их стиль был чем-то космическим и не укладывался в головах у людей. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеемся, вам понравился выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч, друзья. Всем отличного настроения и пока.